Разработкой систем газового пожаротушения, начиная с 1992 года, успешно занимается акционерное общество «Артсок». Визитной карточкой предприятия стали инновационные технологии, собственное производство и международные стандарты менеджмента качества. Изделия под маркой «Артсок» эффективно используются на всей территории нашей страны и еще в 14 государствах ближнего и дальнего зарубежья. Сферы применения чрезвычайно широки. Это промышленные и специальные объекты, химические заводы, атомные электростанции, аэропорты и космодромы, морские суда, финансовые учреждения, музеи, архивы, библиотеки. Предприятие базируется на территории Москвы с удобным транспортным сообщением. Здесь расположены 3 производственных корпуса, административное здание, складские помещения. Отдел главного конструктора занимается разработкой новой продукции и комплектующих изделий. Проектное бюро проводит гидравлические расчеты и готовит документацию. Гордость компании «Артсок» – научно-исследовательская лаборатория, оснащенная самым современным диагностическим и контрольным оборудованием для проведения огневых, климатических и функциональных испытаний. Производственно-технический отдел внедряет технологические процессы в производство с применением средств механизации и автоматизации. На участке механической обработки налажен выпуск комплектующих деталей. Благодаря современному парку токарных и фрезерных станков, «Артсок» добивается отличного качества и высокой производительности. На участке горячей штамповки установлен гидравлический пресс с усилием до 600 тонн. После горячего выдавливания латунных корпусов, запорно-пусковых устройств следует термообработка в электропечах и поверхностная обработка в струйно-абразивной камере. На участке ЗПУ осуществляется сборка и испытание запорно-пусковых устройств. Работы выполняются вручную. Это гарантирует наивысший стандарт качества и надежности, недостижимый при конвейерной сборке. Запорно-пусковые устройства «Артсок» рассчитаны на многократное применение, имеют электрический, пневматический, ручной или комбинированный пуск. На участке окраски изделия покрывают лакокрасочными материалами и сушат в специальных камерах. Слесарный участок оснащен гильотинными ножницами, гибочными машинами, сверлильными и фрезерными станками для изготовления деталей и металлоконструкций. На сварочном участке аттестованные специалисты проводят ручную, дуговую и механизированную сварку. Оборудование и применяемые технологии также аттестованы. Участок МГП предназначен для сборки и заправки модулей газового пожаротушения. Они многоразовые и подходят для всех видов разрешенных газовых огнетушащих веществ. В отделе электронной аппаратуры и автоматики серийно производятся модули газового пожаротушения для жидкой двуокиси углерода МИЖУ, приборы приемно-контрольные пожарные и управление АИСТ, сигнализаторы давления АСД, радиоэлектронные изделия. Участок комплектации и упаковки предназначен для размещения и отгрузки готовой продукции. Всегда в наличии складские запасы стандартных изделий и комплектующих. Вся номенклатура представлена в каталоге, но часто приходится применять нестандартные решения. Так, 2 десятилетия назад, впервые в мировой практике, «Артсок» сконструировал модули газового пожаротушения для объектов в сейсмоопасных районах. Многие новаторские разработки не имеют зарубежных и отечественных аналогов. Уникальным проектом стал роботизированный комплекс на основе гусеничной техники с возможностью управления струей подачи двуокиси углерода. Предприятие «Артсок» уже 27 лет выпускает оборудование для защиты жизни, здоровья, имущества людей и со своей миссией справляется на отлично.